Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверцам. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик мудзинов и мат часовых четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Бур-бур-хай, шурави, иншаля, девушка мне говорила. Два наших сердца навек приняла в Дар-уль-Амане могила. Пусть над Кабулом с горы Асмаи в небо полят иноверцы. Вы победили, родные мои, я схоронил свое сердце. Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Кстати, вот от тех ребят, которые там воевали и потом ездили туда на разных уровнях, вплоть до правительственного, я могу четко сказать, передавая их слова, нас там ждут. Причем ждут даже те, кто против нас воевали, потому что американцы им очень не понравились. А нас они вспоминают, извините, с любовью. И нам туда опять придется. Ну, не нам, нашим сыновьям, но придется.